Авария с участием «девятки» и «БМВ» вышла не слишком серьезной. При неловком перестроении водитель отечественного автомобиля зацепил иномарку левым боком. Участники этой аварии настаивают на том, что тут же выставили аварийные знаки, но не все водители сразу их замечали. Ограниченная видимость подвела и владельца «Киа». Перед мной машина ехала. Она успела уйти, ну, не увидел. А я вот из нее уже в «девятку» видел, оттормозиться не успел и приехал ей. Вот как шел, так и в нее и вошел. Судя по следам шин на дороге, тормозить водитель Kia все же пытался, однако при его скорости этого расстояния просто не хватило. В ходе этой второй аварии обе машины получили серьезные повреждения. Ехал 80, не меньше 80. Я обычно ровно 80 держу. У них знаки-то были, что ли, выставлены? Я даже не... Они говорят, выставлено было. Принято считать, что время реакции водителя на потенциальную опасность составляет 1 секунду. Аварийный знак выставляется минимум за 15 метров от места ДТП. Вот только на скорости 80 км в час машина проезжает более 22 метров. Так что угодить в такую аварию было не мудрено. В ходе этого ДТП небольшие травмы получили девушки, находившиеся на заднем сидении девятки. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, эфир 24. Это надо видеть. Игра престолов. 15 ноября. Весь день. На телеканале «Эфир».